Епашки-то у нас было за вас. Так, стой, п. Так, все, можно теперь на Накс добирать. Так, кому ничего не надо, можете идти. На шелуху можешь прыгать. Это идущая налить. Сумоньте всех, кто не в инсте. Лиска, можешь в лема. На кого напуливать? Татриана. Опять фееричная подъех и... Док, чё у тебя там? Нечаянно. Да, мне ничего, ничего, нечаянно. Ганс. Или как я? Гайрис. Гурис. Ладно, пойдемте чистить трэш, мерзость. Эти так сколько времени потеряли уже. По черепу точно сыграть. Нечаянно, где там?
Так, ну ты бафаешь кресты, артстайл, кулаки и лириэль каски также. Да блин, шауха, я помню, что ли, блин, я когда последний раз за проста бегал? Мне, чтобы вспомнить, нужно хотя бы два раза сходить куда-нибудь. Читай гайды. Там, блин, все, что такое возможно, рассказывает. Что нужно и не нужно. Так, Арсел, у тебя же был энчан, да? Ну, да. Перепрыгнул за такашку, офигеть. Так, давайте хавчик поставьте. Нечаянно тут нет. Ладно, короче, пуляем без него. ДДшники все на звезду. Рога. Так, то есть на то. В принципе, я, верно, сам наберешь, наверное, агро. Назад-назад все, в звезду встали, в звезду встали. Подождите, у нас два танка, зачем нам два танка? На следующем придет. Так, милики по моей команде только заходите. Так, милики пошли. Рога на пулевой, верно, а? Хан по мне на пулевой. Все хорошо. Идем. Можете керу дать. Все, Рога, на пулю у меня.
Да, кстати, забыл. Все, кто в рейде, скачайте себе ЕПГП аддон. Он у нас в Дискорде есть, и поставьте себе. Иначе вы шмоток не будете лутать. А кто был в этом ВОС? Мы ЕП-то не дали, да? Дали, а, дали. Да. Я что-то прослакал на него. Так и называется эта фигня. Аддоны в Дискорде. Черт воды. Сука. Элизабет, чё там? Давай, погнали. Почему ничего не получишь? А лучше. Ну, типа, как бы у тебя приор поменьше, конечно, но как только кто-то забирает шмотку, его приор падает, ты становишься выше по списку. Так, как бы тут, в принципе, два хапала, если что-то жалеть не надо, то это уходит автоматически тебе, можно сказать. Ну, типа, да. На бисовые шмотки, как бы, ты не претендуешь в этом случае, но... Вот так вот. Только корыстные люди играют на этом сервере. Установите себе сразу все аддон, пока мы чистим трэш. Сразу все себе установите. Есть специальное у нас окошечко аддоны в Дискорде. Либо можете в любой этот загуглить и быстренько скачать и установить. Это у вас займет всего секунд 30. Блять, как это? Да и ПКП еще настроить. Там одну галочку выключаешь, и все, можно жить. Да, где она была? В интерфейсе. Escape интерфейс модификации EPGP. EPGP просто.
Так, добычу выводить на экран. Как оно называется-то? Что? Откуда галку убрать? Ну вот добыча. Модификации, ты зашел. Ага, добыча, просто выключаешь и все. Можешь еще подсказки выключить, тоже бесполезные практически. Так, чек на бафы на и все прочее. Лизабет, ты будешь этот трэш собирать. Так, все готовы, я пуляю. На ком будет череп, выходите моментально из рейда. Гурис, выйди быстрее. Ну не на ход, блядь. Гурис, в стену, Гурис, иди в стену прям. Ну ты, конечно, косякопоша. Милики, не тоните в луже, стойте сбоку, Вако вышел. Ну, блядь, не на ход, назад уйдите к ебаным воротам, блин. АДДшники, передвиньтесь. Какие-то тупые люди появились, да? Угу. Босс. Ага. Босс их нашел. Рога здесь спать, кто умеет яда снимать. Блять, милики, быстренько проходим, только не по луже. Арстайл вышел. Вот, блять, на ход ставите, блин, не приходится оббегать целый кусок. Артстайла Бэри. Ну не положишь же, ну ёберный сет. Ай, не получается. Дериэль вышел. Подниму. Лизабет, уйди из-под морды. Ну видишь, два слизня появляются, значит ты под мордой стоишь. Аверн вышел. Ставил опять. Друг, ставил сам. Войд. Я не знаю, что за дела. Это бага. Вот здесь вот не было никогда вот этого баганого места. Какого хрена он развернулся, блин? Не, это чисто его, этот, кто он? В механике какой-то баг, это не от комнаты зависит. Вот он метку эту вешает, укол, и одновременно почему-то этот плевок это делает фронтально. Не в паучьи, куда вы пошли. Знает, где легче, зараза. Блин, когда эту херню починит, блин, чё, тикетов никто не создавал, что ли, на эти долбаные полы? Уже не починят. Блин, народ, если вы тактик не знаете, хотя бы спросите, напишите, блин, нет, нажмите, сделайте хоть что-нибудь, чтобы понять, что вы не знаете ничего. Каждого, блин, лично протыкивать я не собираюсь.
Да, стаю. Сагрили, вот и танчите его, блядь. Бейте, танчите. Кого вы умудрились танчить? Такое ощущение, что иногда люди бегут, блядь, монитор отключают вообще. И тыкают, на кого бог пошлет, просто клавиши. Или вообще не тыкают, может, ногой хуярят. Улючился. Так, Вакус, ставь шкаф. Так, типа, не могу кушать рыбу быстрее все. Тыкните, ну, тыкните. Так, фулл рыбаф раздали быстрее. Кого засунули, покушайте рыбу. Элизабет, покушай рыбу. Крутим, это кто? Чек на пол. Блин, он наверху. А, шалупа. Все готовы. Буду ловить эту бяку. Блять, упал. Просто понимаю, блин. Смотри, я его с посохом уже встречаю. Ну, смотри, он обходить стал. Да-да. Глядишь, скоро спрыгивать будет. Милики, вы когда его бьете, эти герои, когда вы его бьете, бьете в бочину на максимальном ранже. Забери Элизабет там, слизь, РДНшника убьет. Или еле. Нечаянно. ДДшники, двигайся, если вы сейчас уже будете тонуть. Нечаянно опять. Гурис. Горис. Не поиграй. Охотник. Может, туда сейчас идти будем, блин. Тиазар. Кто там, да? Тиазар. Да в другую сторону. Не шарят нихуя, да? Вообще пиздец. Тиазар. Да, прям в танк. Да в другую уже, сторону, ты нормальный вообще, тебе только что сказали, а ты опять туда бежишь.
Не понимаете реально, что происходит здесь. Сонжо. Так, РДДшники, сместитесь правее, сейчас побегу. Гунрис, уйди. Зен, налили нахрен. Сакура вышла. Ну куда полужил, Лаку? Давай, отойди. Господи, ладно. Такие вещи. Это просто капец. Это просто вообще. Просто забили пацаны на тактику. Считаю достойный рейд. Так, чё, кинжал никому не нужен? Разбойников нету, жаль. Вообще-то есть. Ну, он одетый нормально. Ну, этот кинжал уж. Шляпа. Так ты увеличь плотность частиц. Сейчас я походу танчить буду, судя по тому, что выпало все это дело. Сейчас же будет собака, да? Будет. Никуда не денется. Я на нее тактику не помню. А там и не надо помнить ничего. Что она на тебя помнит? Это Хант сказал, да? Да. А что ты думаешь? Я знаю, что как-то ее там вводят, ну, этих мобов, которые приходят. А что ты думаешь, отмажешься? Вытаскивай на панель ледяную ловушку. Ну, ледяная, да, есть. Вытащил на панель? Да. На удобной клавише, что ты ее тыкнуть сможешь на пол мышкой быстро поставить? Ну все, сейчас... вот и вся тактика. Ты скачешь этот аддон, закидываешь себе в папку аддоны, после чего у тебя будет выходить окошко, когда будет разруливаться шмот. И там выйдет на основной спек, на замену, на второй спек, на энчант. И там чисто тыкаешь, куда тебе надо. Так, кто у нас в прошлый раз вводил? Аверн, ты? У кого там фросты есть, то у нас топ фрост. Ой, он умеет, да? Да у нас нету танков, чтобы они водили, блин. Я сейчас что сделаю? Там, может, у магов каких-то спек есть. А чё там у Вара за спек? А, понимаю, без воя. Там только сегодня апнул. Я говорил ему танка делать, он скотина, как обычно. Он слободу делает какую-то ненужную. Танк больше бьет, чем твой фури, кстати. Да, спекайтесь. Кто там лой, а верно. Придется вас делать. Ну, в смысле, у него второго спека нету, да? Так, Лой на звезде, говорит. Наверное, тогда ты на кружке. О, Лориэль, я на тебя надеюсь, ты их похилишь.
Сакура, там тоже им тотем на всякий случай поставишь. И Си тоже. А Сакура будешь возле звезды там где-нибудь. А Си возле кружка. Сакура. Тотем замедления же, да, он назывался? Да. Или оков земли, оков земли, только вот так. Оков земли. Ханту куда ловушку разливать? Куда пожелаешь. На тебе нет надежды, сорян. Так, все готовы, пляем. Тебе нужно будет делать этот, как его, транквилизующий выстрел, господи. Там я так, рога намазал. Да? А, рога? Да, я смотрел. Да. Вот я забыл. Я понял, Ханта вообще да никакой надежды нет. Ты че это только рад? Элизабет Агри. Ты не радуйся. Почему нет? Короче, смотри, Элизабет, как только у тебя стаки спадают, можешь агрить. Будем так сейчас собираться просто. Элизабет. Че, пока у меня спадут, сразу перекидывать не ждать, пока у тебя стаки набирают? Да, да. Да, но как только спадают, сразу забираешь и все, как бы ничего сложного. У тебя спадают, забираешь. Неважно, есть у меня или нет остатков. Так, что мне это ДБМ не показывает, но плюс-минус 10 секунд должно быть истребление. Сейчас 10 секунд. 5 секунд. Так, Люк, если что, ты примораживаешь со звезды, Квин, ты примораживаешь с кружка. И заливайте туда ОЕХИ сразу. Сейчас будет истребление. Я прошу истребление. Бег, бомб, трэш. Все по трэшу сыграли, быстро разбили. Что там происходит, я не вижу. Все нормально. Правый трэш бьем. Маги там приморозили, кому я сказал. Все чики-брики разобрали, трэш. Все хорошо, играем. Там накрутил бешеные цифры. Ну и пук дракона тоже мощный. Прям пукнул как надо. Блин, что-то я забылся. Заметили, там у друидов такая тема. Пуку какать, там один назывался, другой пук дракону. Что-то у них такое. Наверное, просто люди это хотели быстро создать и пойти заняться важными делами. Не, пук дракон это, скорее всего, женёк просто. Конспирация у него такая. Нет. Пока дракона я, по-моему, еще на X1 видел. Так, аккуратно проходите, не сагрите, пожалуйста, этот сраный трэш. Thank you.
Лиза, будет где там? Давай. Это 213-й? Да, это 213-й. Нет, это 188-й. Как люди не запомнят, 25-й всегда 213-й Т7. Чё, постоять сложно, да, было? Вот, вот нужно было обязательно его сагрить. Сейчас еще хуже будет, смотри, еще в стену. Смотри, хуярят. Да, да, второго, блядь, и третьего еще сразу агри, блядь, и вайпнемся здесь. Короче, давайте бить. Вы гоните, блядь. Пиздец. Блять, попросил же на юберный театр. Главное, что-то... танк стоит там, да, стой там, а тут этот моб хуярит рейд. Да я тут уже. Сложно, да, подойти к обязательно за агрите трэш. Туда точно не тронут. Люди работают от противного. Типа обратная психология. Я считаю, что это. У нас это не работает. Заагрите трэш, сагрит трэш. Не так, заагрите. Так надо наоборот, знаешь, как релить. Говоришь, на Саптироне есть там снег такой, вставай в него там, нахуй, ДПС повышается, блядь. И все, и сразу все поймут. Да просто видеть, раздавать ГП, и люди начнут понимать, блядь. Вот я про то же. Начнем. А где умер Тизар? Это тут ножки. Это у тебя еще не было остальные канаты. Был бы Кирилл бы тут сейчас летел бы. Ну он бы сказал что-то типа, ну что получается. О, насколько помню, здесь делиться надо. Угу. На ноль. На ноль делить нельзя, блядь. А вот помножать можно. Ой. Так, ладно, короче, первое... Третья группа уходит налево, вторая, четвертая направо. Лириэль и Собирана направо, остальные хилы налево. Так, Элизабет, уходи направо. Я сейчас перейду, секунду. Метку ставлю у босса. Надо чуть подальше крестик и поближе квадрат. Так, ну ладно, сейчас, секунду. Неужто все с первого так. раза разбежались? Ага. А где же вопросы? А я куда? А ты кто? Свяжись с ним, свяжись телепатически, блядь. Тот самый человек, который хочет очень ГП. Как профессор Икс, блять, вот так два пальца к голове приложи, хуяк. А, да, это ты, Биг Боу. Ладно, меня не послушал, только ДЦшка, херси. Так, лая, объяснись. Так, этих типов нужно убить с разрывом не больше 10 секунд, иначе будет хреново. Пошли. Я лучше туда пойду. Все, пошли. Быстренько, я на спида. Так, кто у нас из ДДшников с поясом-то? Расставил у тебя есть? Тизар, Лой, Аверн, кто-нибудь? Ты хочешь 4 танка? Еще раз. Там мне войс нужен, чтобы кто-то другого запомнил, чтобы сказал, сколько у кого хп. То я летаю туда-сюда. Крестик 65. Череп 60. Да это надо на 20 где-нибудь, если разрыв есть. Они большие.
Если есть, мы тут стопнем. Что-то та группа проседает по ХП. Ну я поэтому сюда и отправил, чтобы его прохиливать тут. Потому что здесь на черепе больше побивать. Она побежала тогда туда обратно. Так ты меня там ставил, Иван, или а тут Ванесса побежал. Так, черепочек чуть-чуть поменьше. Черепочек бить. Черепочек добивать. Быстрее. Все хорошо, все перепрыгиваем на ту сторону. А, я перепрыгнул. Мощь. Что подбежали все свои группы. Черепочком, квадратиком там. А ждем с бафом. Те, кто упали, бегите. Так, сдвиг полярности, смотрим все на свои дебафы. Плюсы встали. Минусы. Быстрее перебегайте. Дайте Геру. Дайте Геру. ДЦ. Хант, встаньте ко всем, вы урон бафаете им, встаньте все в кучу, где метка стоит. Сдвиг полярности, приготовились. Перебежали кому надо. Капец, изменилась полярность, меня просто шотнуло. И походу не только меня. Лириэль, дай сдвиг полярности по злое. Перебежали кого надо. Как там Сальву накинь. Какаха накинь по Аверну. Сальву. Сдвиг полярности, приготовились. Перешли кому надо. Сдвиг полярности, приготовились. Прибежали кому надо. Две полярности приготовились. Прибежали кому надо. Дириэль или у кого там какахи. Кинь типа верну сальву, у кого не в КД. Какаха, я же тебе по лови говорил, да? Две полярности приготовились. Перебежали кому надо. Наоборот. Раз. Кака, накинь верну сальву. Сдвиг полярности, приготовились. Прибежали кому надо. Ну, почему меня не отображает эта херня?
Мне кажется, сегодня не ДПС маловато, бля. Две полярности приготовились. И бежали кому надо. Нет, смысла нет уже. Должен так справиться. Две полярности приготовились. Перебежали кому надо. Две полярности приготовились. Перебежали кому надо. Так, после убийства минус. Вы отбегаете назад. Вы не идете к боссу. Плюс вы сразу прыгаете в портал. Или заберите руны и прыгаете в портал. Минусы, отошли от босса, отошли подальше. Плюсы забрали свои, ушли в портал. Никто не остается здесь. Плюсы, ушли, ушли, ушли. Те, кто мертвы, вставайте. Нах и пристану второй спек. Военку сейчас? Да, я в военку идем. Шуха, ты чё, блин, латные ноги на лоспе кролишь? Чё, хочешь себе танка мейном делать? Или деловая колбаса решил, блин? Так, что-то у меня скорость MP5. Че, может, бить будем? Ну, у вас там Элизабет есть, можете чистить. Так, остался один токен. Нет, у меня 4 Т. Все. Пиздят. Пьем. СН, это ДЦшка, то это и имя. Пиздец, что-то наагрили дохуя, это не я больше пипец. Понятно, кто согрел, да?
в пословице, как говорится, кто признался, тот и обосрался. Шептунов кто-то пускает. Скачайте себе аддон ЕПГП. Ну блин, в начале рейда же сказал. Я кого видел, тому и отдам. А у вас нету ЕПГП, что ли? Да, видимо, нет. Вот ты ролил только Void на успех и еще маг какой-то был. Я все. Вижу ЕПГП и... Ну, студию не в Диси просто. Аддон. Ты напиши объявление рейду. Скачайте аддон или без шмота и все. Но раз в DC нету, зачем ты это что-то говорить? Ну это я предположил. Ну и этого человека я как бы в первый раз вообще в рейде вижу. О чем же там говорить? Я типа линкнул Дискорд, я не знаю, может там люди не шарят, что на него можно заходить. Нет, Элизабет, не про тебя. А, вот этот... Гурис первый раз идет, Ванесса первый раз идет. Ну, говорю, Ванесса, Грибун, Какаси, кто там еще? Нет, Дюк первый раз, Квин, не помню тоже. Кто там еще? Гурис. Квин ходит. Биг Доун тоже первый раз идет. Шавуха первый раз идет. Если с этого, с последнего, господи, с всадников, если посох на дух вывалится, я Ванессе отдам ей этот посох, прям то, что надо. Говорю просто Ванессу как бы первый раз. Всем сзади или нет? Или никто не заденет? Ну или Войд, если он не, реально это надо. Ванессе на мейн. Допустим, да носит, я пока шпшник одеваю. Ну, да, блин, этот Гавай должен был прописать в этом в правилах то, что ролят только с определенного ГПшки шмота. Не а, пушки. Хотел он что-то это затроил. Пук, давай это в дракончика. Так, Элизабет, ой. Элизабет, станешь вон там вот на звезде где-нибудь? К дракону стоишь здесь. Элизабет, держи таргете всегда босса, и если пука сложит, то ты моментально агри босса. Я заберу трэш. Так, мы не в 4 танка, да? Нет, нет. Все на поле пука дракона делайте.
То есть надо же сначала тогда этого взять. Ну, рыцаря, да ведь? Рыцаря я заберу. Говорю, ты всегда просто да, стой на готове. И если что, там у тебя же босс. Окей, давай. Ну, фулл ребаф раздайте, приста баф, лапу, мага баф. Так, стоп. Под руином тоже кулак бафните. Сейчас ты медведь есть.